Федеральным законом номер 68 от 7 мая 2007 года установлен статус Знамени Победы, правовые основы его хранения и использования. Российским законодательством установлено, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Государственная реликвия России и находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения. Знамя Победы хранится в специальной капсуле в Знаменном фонде Центрального музея вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик в Москве. Во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы и другим дням, связанным с событиями Великой Отечественной войны, а также для выставления на обозрение вместо Знамени Победы, в случае, если оно убрано с обозрения для проведения реставрационных работ, могут использоваться копии Знамени Победы. В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях наряду с государственным флагом Российской Федерации. Вид копии Знамени Победы должен соответствовать Знамени Победы.